Приветствую, друзья, на канале ProGamer Television, с вами Сафер 33, мы с вами начинаем проходить игру Heavy Rain Remaster. На самом деле, хочу сказать, что эта игра у меня была на PlayStation 3, но так руки и не добрались до ее прохождения, поэтому я сейчас буду ее проходить первый раз. А, вот только мы сделаем одну штучку, очень-очень важную. А именно, мы с вами выключим форсированный режим. Объясню почему, потому что с этим режимом игра тупо тормозит. Ну что ж, Heavy Rain. Знаменитой компании Quantic Dream. Так, итак, давайте же с вами зайдем в параметры. Язык у нас русский. Странно, субтитры у нас вообще. Почему-то английские были. Так, стоп, это я изменил или нет? А, нет. Так, уровень сложности. Я довольно часто играю в видеоигры, я ориентируюсь в элементах управления. Наверное, это средний, его и оставим. Что там... Давайте еще посмотрим, что там есть. Я не часто играю в видеоигры, плохо ориентируюсь. Нет, не надо. Я очень часто играю в видеоигры, прекрасно ориентируюсь в элемент управления. Давайте что-нибудь среднее выберем. Так, элементы управления, я думаю, что это нам не надо. Звук. Звук у нас стоит. Ну, настройки яркости, я думаю, тоже ничего не надо. Итак, новая история. Так. Да, это я игру проверял. Ну что ж, поехали. Суббота, время 11:22. Так, управление джойстиком, давайте встанем. Так, попробуйте медленнее, чтобы лучше освоить контроль скорости. Ну, это совсем медленно. Ну ладно. Эх, вот так вот. Так, нажимаем R2, чтобы идти. Опа, здесь можно выйти. Отодвинуть. Давайте пройдемся вперед. Посмотреть на дивный сад. А я могу посмотреть, нет? Неплохо мэн устроился. Так, ладно, давайте. Хватит смотреть. Что у нас тут еще есть вообще? Да, чувак, так и тянет на природу. Да мы здесь тоже можем посмотреть. Ну, наверное. О, детская площадка, нифига себе.
баскетбол, горки. Ну что, такой домик в стиле хай-тек. Ладно. Так, подожди, куда ты идешь? Куда ты прешь? А тут надо разобраться, как все-таки ходить. Сложновато так немного. Стоп. Так, нажимая и удерживая L2, вы можете услышать, о чем думает ваш персонаж. Душ. Ну, конечно. Сначала приму душ и оденусь, а потом спущусь. Так, подождите. Тут фото есть. О, записка. Ушла за покупками. Заберу детей из школы. Вернемся к обеду, займусь подготовкой ко дню рождения Джейсона. Не работай слишком много. Люблю тебя. Так, хорошо, нам записку оставили. Давайте в детскую зайдем. Стоп, стоп. Блин, тут, конечно, вот элементы управления такие очень. Неужели жонглировать будет? Ой, блин. Надо еще уметь. Фак. Ой, блин. Ладно, в пень. Да, забавно. Что можно сказать? Так, что у нас тут есть-то вообще? Постель. Ладно, детская, детская. Давайте душ найдем. То я так и буду здесь ходить, бродить. Вот это вот что такое? Что, душевая? Нет? Очень похоже. Ха-ха. Нормас. Ну, чувак, я скажу секрет, можно было это и в ванне сделать. Два дела за раз. Так. А вот, кстати, кто-то едет там на улице. Вот он. Зубная паста. Это ванна у нас. Ай, блин, да ладно, джойстиком трясти надо. Можно было просто закусить пластой. Мне показалось, ли вода там насквозь лилась. Ну ладно. Зубки почистили. Так, давайте в душ. Так, оглядитесь, чтобы посмотреть, какие действия вы можете совершить, используя левый джойстик, чтобы посмотреть на душ. А, во. Оп. Странное очень начало, хочу вам сказать. Теперь мне надо одеться явно. Потрясем джойстик. Слушайте, нелегкая эта задача, хочу вам сказать. Так, опять грязные трусы, что ли, одели, или мне показалось? Так, стоп, стоп, стоп. Так, нажмите, чтобы изменить ракурс на L1. Ага. Так, тут
Находимся еще раз сюда. Подождите. Ну, теперь-то я уж могу подумать об одежде. Да. Давайте наконец-то спустимся. Так, мысли персонажа меняются в зависимости от ситуации. Не забывайте. Так, смотрите, детский сад, работа. Давайте в детский сад. Отличная погода. В самый раз для работы в саду. Пока Грей с детьми не вернулись, надо поработать как следует. Давайте поработаем на кухне. Чем-то сожрем. Сливы или... Не, не сливы. Абрикосы. Вообще надо было с пива начинать, ну ладно. Вообще с кофе, да? Давайте после сока кофе выпьем с молочком. Ад вообще какой-то. Так, после ледяного сока раскаленный кофе. Знаете, с такими темпами я думаю, что заворот кишок будет. К концу игры. Где мы будем работать? Так, Грейс, телевизор, музыка, день рождения. Дело к обеду. Грейс с детьми вот-вот вернутся. Минутное такое, впали в детство. А бегать ты умеешь, чувак? Коза. Да, неплохо. Ладно, здесь делать больше нечего, мне нужно найти кабинет. Так, это телевизор. Так, что-то мне подсказывает то, что на втором этаже. Эй, осторожней, ты меня с ног собьешь. Ах, сегодня важный день, а? Я теперь взрослый. 10 лет еще не совсем взрослый, но уже почти. Ну, я могу сесть за руль. Боюсь, с этим придется чуток подождать. Итан, не возьмешь сумки? Я иду.
Так, стоп. Стоп. С первого раза не получилось. Они с самого утра как бешеные. Я с ними еле справилась в супермаркете. А как ты? Удалось поработать? Не совсем. Я пытался, но ничего не вышло. Надо постараться, ведь чертежи нужно представить клиенту через месяц. У меня 1000 срочных дел. Как успеть до прихода друзей Джейсона? Можешь помочь мне? Достань десертные тарелки из шкафа в гостиной. Конечно, с радостью. Дверца вечно заедает. Дерни как следует. Сервиз подарила мама. Не разбей, ладно? Спокойно, меньше всего. Я хотел бы поссориться с твоей мамой. Эй, Итан, осторожней с тарелками. Извини, я постараюсь. Черт, это так сложно. Итан! Я знаю, знаю. Я осторожен. Он больной. Слушайте, ну... Во, получилось. Да, нелегкая работа, хочу сказать. Для детей? Конечно, я на пробу запустил. Да, ясно. О, включу-ка я музыку. А где я включу музыку? Итан. Не помню, говорил ли я это сегодня, миссис Марс. Но вы очень хороши собой. Да и вы ничего, мистер Марс. Неплохая идея, Итан. Только момент неподходящий. Жаль. Я должна заняться праздником. Вернемся к этому разговору вечером. Так, помощь Джейсон друзьям. Во сколько придут ребята? Около 2 часов. Боже, надеюсь, я сумею помешать им разнести весь дом. Как в том году. Джейсон доволен. Да. Неужели ему исполнилось 10? Ах, кажется, совсем недавно мы флиртовали в школе. О, мы стареем. Ты купила подарок Джейсону? Да, я с утра заскочила в магазин. Нам повезло, я взяла последнюю. Чем тебе помочь? Ничем. Осталось немножко.
Может, я еще наверху не все осмотрел. Вроде дом такой большой, а что-то комнат не очень много. Поиграть с детьми, ладно. Выйду поиграть с детьми. Так, подождите, а если старт нажать, уровень сложности или... Ну, здесь все то же самое. Кстати говоря. Блин, да ты можешь зайти на эти ступеньки долбаные. Я нашел музыку. Так, слушайте, а детишки где? А, они на заднем дворе. Ну вот, свободен как ветер. Эй, 5 минут, не больше. Потом пора за стол, твои друзья вот-вот придут. Ладно, сейчас придем, мам. Кто будет первым? Меня, нет, я первый. Меня. Тише, дети, оба успеете. Меня, я первый. Нет, сперва меня. Ладно, давайте. Ладно, Джейсон, вертолет так вертолет. Ладно, Шон, готовься. Поехали! Прикольно, в клумбу влетели. Так. А, в кусты. Ладно. Ну давай, пап, ты же у нас силач. Цепляйся крепче. Так. Подождите. Так, для выполнения действий, требующих силы или быстрой реакции, многократно нажимаете на указанную кнопку. Победитель! Давай!
Тебе не победить! Прощайся с жизнью! Ну, Джейсон, давай! Нет! Твоя жизнь пришла. За стол, дети! Идите есть! Шон, иди обедать. Сейчас приведу. А, блин, сейчас приведу. А где он есть-то вообще? На втором этаже, что ли? Шон? Ты что? Это Мерлин. Он умер. И во всем я виноват. Ну что ты, Шон? Конечно, в этом нет твоей вины. Я бы все отдал, чтобы он снова ожил. Знаешь, Шон, есть вещи, которые просто случаются. Как бы ты ни старался. Так нечестно, пап. Нечестно. Конечно. Конечно. Джейсон! Джейсон! Черт, а? Джейсон! 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 А бегать ты тут умеешь, нет? Джейсон! Наверняка он пошел к клоуну. Джейс, лучше не отходи от меня, понимаешь? В магазине легко потеряться. Папочка, купи шарик. Мне так хочется шарик. Ну же, папа, купи. Ладно, давай купим шарик. Ура! Эй, малыш, как тебя зовут? Джейсон. Какой шар тебе дать, Джейсон? Красный. На, держи. С вас $2, сэр. Джейсон, подожди. Подожди, папу, сынок. Народу очень много. Сдачи немного.
столько народу, ботинки никак не померишь. Где Джесси? Он был здесь секунду назад. Я купил ему шарик, оборачиваюсь, а он испарился. Испарился? Что значит испарился? Стой здесь. Я найду его. Сейчас вернусь. Джейсон! 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 Очень странная история, как Джейсон! Это получается. Джейсон! Джейсон! Ад какой-то, слушайте. Куда шар делся, твою мать? Да, друзья, слушайте, я даже не мог себе представить, что так игра начнется.
два года спустя. Значит, видимо, ребенок погиб. Ну что ж, друзья, на этой грустной ноте мы закончим нашу первую часть. Смотрите нас далее. Всем спасибо. И до новых встреч. Пока.